Всем привет, это Амарин студия. Сегодня покажу вам, как создать свой узор. Например, для рисования узорным штампом. Берем, открываем изображение какое-нибудь. Ну, допустим, мне нужен вот этот фрагмент из него. Берем, копируем, создаем новый, вставляем. Открываем, определить узор. Создаем новый. Это, допустим, чуть побольше, чтобы хоть видно было. Да, наугад, любой. Ой. Так, берем штамп. И узор, вот он. Можно также заливку узор. Вот он. Ну вот такая вот фигня получается. Тут из-за фигни плохо видно. Он копирует узор и получаются вот такие вот линии. Вот эти все видны, некрасиво получается. Сейчас я покажу, как этого избежать. Берем эту фигню. Ножи выделены. Копируем. Создаем эту хрень в два раза больше. Берем. Вставляем сюда. Если слышим звук, барабаны, не обращайте внимания, у меня сосед барабанщик. Это каждый день такая фигня. Вставляем еще одну. Выбираем редактировать трансформирование по вертикали. Вставляем еще одну. Так, трансформирование по горизонтали. Еще одну. А этот надо сделать. Трансформирование сначала по горизонтали, потом по вертикали. Вот получился вот такой узор, как бы выделяем эту хрень. Редактирование. Выделить узор. Теперь создаем новый. Да. Так, чтобы просто видно было сейчас. И заливаем. Узор заливаем. Вот и пропали те вот швы вот эти. Такой узор получился. Это все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.